Республика Сербия продолжает развивать традиционно хорошие дружественные отношения с Российской Федерацией во всех областях. Такие отношения проистекают из широких фундаментов духовной и культурной близости двух народов и их тесного сотрудничества и союзничества во время многих решающих исторических событий предыдущих веков. Современные политические отношения отчетливо отражены Декларацией о стратегическом партнерстве, подписанной в Сочи 24 мая 2013 года президентом Николичем и президентом Путиным. И вопреки тяжелым геополитическим вызовам, они развиваются весьма успешно. Об этом свидетельствует динамичность проведения встреч только, например, в нынешнем году. Президенты наших стран встречались в этом году два раза – в Сочи и в Белграде. В первой половине следующего года ожидаем визит градоначальника или мэра Москвы Собянина в Белград и подписание соглашения о сотрудничестве двух столиц. Республика Сербия благодарна Российской Федерации за принципиальную поддержку в сохранении его территориальной целостности, особенно в связи с вопросом южного сербского края Косово и Метохии. Отношения Республики Сербии к Российской Федерации, хочу это подчеркнуть, весьма убедительно иллюстрирует встреча президента Путина в Белграде 16 октября сего года. Президент Николич тогда вручил президенту Путину высшую сербскую награду Орден Республики Сербии первой степени, которая до сих пор ни одному должностному лицу не вручалась. Сербия открыта к инвестициям российского капитала в разных областях ее экономики. В настоящее время доминируют инвестиции, русские инвестиции в область энергетики, но существует место и для расширения объема русских инвестиций, например, в сельском хозяйстве Сербии, особенно в туризме. Сербия для российских туристов является неизведанной страной со своими потенциалами горного, санаторно-лечебного, паломнического, охотнического и сельского туризма. Кредитование производство даровой пищи представляло бы собой взаимный интерес. Проекту «Южный поток» в Сербии присвоен статус проекта национального значения. Ожидаем, что работы начнутся как можно скорее. Объем торгового обмена в течение последних двух лет составлял порядка 3 миллиарда евро, что реально является маленьким объемом, но второй половины нынешнего года произошло увеличение сербского экспорта в Россию, прежде всего, сельскохозяйственным продуктом. Увеличенный экспорт мяса, прежде всего, свинины, экспорт фруктов, особенно яблок. Некоторые данные говорят о том, что экспорт яблок за первые 9 месяцев, сравнивая с 2013 годом, увеличился примерно на 70%, в сумме около 214 миллионов долларов, с тенденцией достичь до конца года отметки в 300 миллионов долларов, только яблок. Экспорт свежих и замороженных фруктов и овощей, сыров и молочных продуктов, мясных изделий и разных видов кондитерских продуктов, соков, джемов, мармелада, мебели, лекарств и других продуктов реально возможно увеличить. Научное и культурное сотрудничество в нынешнем году, помимо объединенных видов сотрудничества в образовании и науке, было тесно связано с отмечанием столетия начала Первой мировой войны. В Сербии были организованы 4 совместные сербско-русские международные научные конференции. Существуют все условия для более тесного сотрудничества в области театра, музеев, музыки, кино и других видов сотрудничества.